Здравствуйте, вы находитесь на сайте компании Lead Startup. Меня зовут Михаил, я управляющий партнер, и я хотел бы вам рассказать о том, как мы видим свою миссию и вклад в обучение таким историям, как Agile, Customer Development, Lean, бережливый запуск продукта или бережливое производство, Unit экономика и продуктовый менеджмент. Мы в основном специализируемся именно на этих направлениях, и наша задача, как мы видим, наша миссия — сделать так, чтобы компании максимально увеличивали маржинальность и капитализацию и сокращали издержки. А делают, естественно, они это при помощи своих команд и менеджмента. Мы же позволяем выстроить менеджмент так, чтобы он был максимально адаптирован к текущей реальности, собирал постоянную обратную связь от стейкхолдеров, от пользователей, которые являются, если мы коммерческая компания, для нас главными источниками нашего успеха, и мы для них работаем. Чем больше ценностей мы им доставляем, соответственно, тем больше они нам дают взамен прибыли. И наша задача сделать так, чтобы все эти элементы системы подружились между собой и работали максимально органично. Компании хотят, чтобы команды перформили эффективно, то есть быстро, максимально реализовывали в срок с минимальными издержками классный функционал, классные продукты. А, соответственно, команды хотят делать это с наименьшими трудозатратами, ну то есть чтобы все было максимально понятно, прозрачно и четко. Но это все упирается в менеджмент обычно, для этого есть Agile, Scrum, Kanban и бережливый стартап, Lean Startup, для того, чтобы мы могли весь этот процесс менеджить, не каскадируя какие-то цели и натыкаясь потом на то, что ребята не могут перформить так, как хотелось бы. И, собственно, для этого также еще используется инструмент под названием OKR, Objective and Key Results, соответственно, тоже цели и измеримые результаты, сейчас про это отдельно скажу. То есть мы работаем с командами и трекаем их, и обучаем для того, чтобы они у себя выстроили максимально гибкий процесс разработки, гибкий процесс производства, адаптируясь под текущую реальность, непрерывно увеличивая ценность, которую они поставляют клиенту, и взамен получали как можно больше прибыли. Делаем мы это за счет продуктовых и экономических метрик, и в том числе за счет постановки амбициозных целей, которые трекаются понятными метриками. То есть так называемый Objective and Key Results, как я уже сказал, ну и все это через юнит-экономику. То есть мы весь этот комплекс проработали, эффективно его используем, и все эти элементы внедряем в компаниях в зависимости от их запросов, бизнес-целей, мы обязательно их собираем, и в том числе адаптируя программу каждого тренинга индивидуально под компанию, проводя предварительное интервью. Если вам интересно, обращайтесь, все контакты на сайте внизу, вверху, везде. Если вы частное лицо, то, соответственно, тоже можете поучиться у нас онлайн, везде ссылочки на этой страничке можете найти. Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Мы очень рады, когда у компаний, с которыми мы работаем, растет маржинальность и прибыль и сокращаются издержки. При помощи, в том числе, инструментов, которые мы им предлагаем. Поэтому, друзья, обращайтесь, будем рады, всегда на связи, в Телеграме и по почте, быстро отвечаем в течение 30 минут. Спасибо.